Поздравляю с днём мужской, чтоб карман был не пустой, чтоб прожили до 100 лет и работал шпингали. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Как приехал, все время у меня крутится Джесси. Такая девочка интересная. На, Джесси. День защитников Отечества, день второй. Снова выпал снег, все задуло. Продолжаем чистить. Не было ни в одной армии мира Брестской крепости. Не было Сталинграда ни у кого. Слова, умирая, но не сдаюсь, кровью написаны только на русском языке. Ни на одном, никогда никто этого не писал. Это огромная отличие. Это то, чего дает силу России. Так что не будут они никогда воевать до смерти. Не бывает этого. В России это было. И не раз, и доказано.